Всем привет, вы на канале Back to Play, с вами Илья, здесь мы играем в игры. Продолжаем проходить Лару Крофт, Shadow of the Tomb Raider. У нас произошли огромные изменения, теперь мы играем на русском, с русской озвучкой. Спасибо добрым людям, которые помогли мне разобраться в этом вопросе. Честно говоря, первый раз такая ситуация возникла, сложность. Но, тем не менее, наслаждаемся. Обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Так, вот мы играем за юного Натана Дрейка. О! За юную Лару Крофт. На пути героини чудные звери. Кто знает, свирепы ли они. Какие звери? Вороны, что ли? Какие звери-то? Ларусь, ты как полетишь-то туда? В дом-то? Тут все заперто. За настоящим сокровищем запретную гробницу. Понятно. Героине нельзя шуметь, чтобы не привлечь внимание короля. Ну а Лара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. У нее мало времени. Да, вот так батя, даже не знаю, где дочь-то у него. Занят все своими раскопками. Они не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Музыка прикольная. Такая, из Марио. Башня замка выше, чем ей казалось. Она на самый верх, что ли, надо лезть? Она карабкается все дальше. А там какие-то шипы. Осматривает другой вход. Какой другой-то? Ай, сейчас все пизданется же. Но... Наша героиня замечает другой вход. Нет, ничего, все нормально. Но видно, что уже не один раз лазала. Все уже обсыпалось все. Кыш, уйди! Чудовище. Юная Лара балансирует на головокружительно опасной высоте, но забывает о страхе. Что-то, по-моему, она этот, как его, зря так. Проще было бы сказать, бать, я, короче, проебываюсь, я не делаю математику, и зайти через дверь. А что-то придумывает какую-то ерунду. Она устремляется навстречу цели. Вперед, к запретной гробнице. Так ведь можно и это, и помереть. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Цель уже близко. До нее рукой подать. Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Бесстрашная героиня собралась на вершину. Нихера себе домик у них. Какой-то замок. А не дом. Ох, сейчас свалишься, мать. Ой, сейчас свалишься. Вот батя, это тебя жопу-то надерет. И вот, наконец, такое. Она замечает проход внизу. Какой главное, проход-то? Осторожность. По стеклу, что ли, пойдем? Ты чего? Ты дура, что ли? Куда по стеклу-то?
Что ж у меня за дурья башка? Вот да. Точно. Ну, ёб твою мать. Да ну, вот. Вот и ливнёвку наебнуло, и всё. Короче, я и говорю, надо было просто сказать, бать, я не сделала ни хера, и всё. Кровь смеется на своей дерзости. Цель близка. Нам сюда, что ли? Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого. Окей. Окей. Унесла королеву великая мышь на 30 северную, 90 восточную. Излила свое сердце она взаперти, светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Интересно, все девочки маленькие себя так ведут? Уважаемые подписчицы, напишите, пожалуйста, а вы в детстве тоже этой херней занимались подобной? Буду ждать ваших писем. Так, ну, какая-то здесь, короче, головоломка. Она непонятна вообще, в чем смысл. Хоть бы пояснили, что ли. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. Глобус-то где? Ты мне покажи, где глобус. А, вот глобус. Да, а, типа... Погодите, сейчас пос... Нам нужно... Ага. Чё там 30? Ещё раз. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. 30 северный и 90 восточный. То есть здесь 30 надо, да, нам? Получается, вот это вот. Окей. Так, и 90 восточный. Ой, не в ту сторону. Да не, в ту крутишь-то. Давай, крути. А, надо в этом, что в кружке, что ли, оказалось-то, да? Так, а что, все в кружке у меня, вот. Надо 30... найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. 30 северный? Ну, 30 северный, 90 восточный. А что не так-то? Давай наоборот попробуем. Давай здесь 90 найдем. Вот здесь 90 вообще. Вот придумала себе задание-то, а? Ну, 90, например. Допустим. Так, и типа 30 северный надо. Хорошо. Но, нашли. Так, что не так? Что... А, во! Стоп. Вот у нас S пошло, да? А что-то дальше не крутится ничего. На глобусе 30 северный и 90 восточный. Ну и чего? Я вот тебе восточный и северный нашел. Давай, кормотай, крути давай. Ну? Ист, это же восток. Вест, запад. Так а нахрена мне тогда? Я не... Чего хоть тут на этот самый, на балдокрутере-то?
Ну, так и надо этот, надо ист. Надо найти на глобусе 30 северных и 90 восточных. А, блин, 90 восточных. Ой, да, ну вот 90 ист. Нашли. Блин, Саус это юг. Надо норд, типа, да. Вот. Чё-то я тупанул, короче, вообще. Дико. Сработало. Понятно, что сработало. Но не сразу, но сработало. Так, хорошо, хорошо. Крофт проникла в запретный мезонин. Ей надо быть настороже. Да уж. Узнаю стиль Майи. Это как раз Майя, как раз вот, о которых речь, собственно, и идет в этой игре, в сюжете. Надо найти белую королеву. Да, сейчас, какая королева? Сейчас найдем какой-то руль. Давай покрутим. Ну, крути, чё ты, давай. А, это типа нарисовано было, там летучая мышь, что-то вот. Я понял. Окей. Чего дальше? Надо расставить рыцарей со щитами по местам. Здесь-то мы, наверное, не слезем, да? Да, давай. Да, давай, прыгай, чего уж там. Так, по местам. Надо расставить рыцарей со щитами по местам. Где у нас записка? Окей. Значит, королева в середине и два рыцаря по бокам. Красных. Каких-то красных. Где королева? Так. А, со щитами, да, вот этих вот надо поставить. Правильно, со щитами ведь? Со щитами, да. Угу. Понял. А, типа королева-то она. Окей. Допустим, хорошо. Мы, значит, сейчас сделаем как? Наверное, сейчас мы отсюда. Щит рыцаря отразил солнечный луч. Да я уж понял, чего ты тут рассказывать-то будешь. Так. Теперь нам надо вот этого убрать. Этого надо сдвинуть куда-нибудь, наверное, без разницы куда, да, я надеюсь, хотя не факт. Давай поехали, двигаем. Да давай, двигай. Королева. Вот она, да, действительно. Я должна ей помочь. Как? Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. Каких глобусов? Чего ты за глобусы-то все у тебя? Так, подожди, где глобус? Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. А, так не надо, что ли, было зарезать-то, блин. С помощью глобуса. Давай покрутим глобус. Давай покрутим. Ее можно освободить. И все. Светом. Любовь отопрешь ее точно. Что такое? Нам нужно в середину, что ли, блять. Я понял, ладно. Сейчас мы, подождите.
Вот напридумывала себе головоломок-то, а? Сама себе тут. Но потом-то ей пригодится, конечно, это все в ее-то странствиях бесконечных. А чего, так мы приехали, вот, все. А, в середину надо, я... Давай в середину поставим. Поразительно. Да уж, действительно, она каждый день что-то этим занимается, чтобы домой попасть. Наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Понятно, почему теперь она ищет приключения постоянно на задницу. Так у нее детство такое было. Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Вот так вот. Как мы помним, папа, да, не уделял ей должного внимания. Вот так вот не уделял, и что получилось в итоге? Вот тебе и получилось. Очень важно. Я не могу взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. О, о том я и говорю. Что такое? Пап! Ну! Прошу, пап! Очнись! Пап! Не бросай меня! А в прошлой этой игре, по-моему, она там была взрослая, это произошло. Ну как взрослая? Тинейджером она была. А тут она вообще мелкая совсем. Что-то, короче, не... какие-то непонятки. Что-то непонятно все. Ну, допустим, окей. Задремала она, задремала. Приснился ей такой дивный сон. Итак, гора с серебряной верхушкой. Да, с верхушкой. Так, что тут, может, костюмчик поменять? Давайте поменяем. Я думаю, мужская часть аудитории хочет что-нибудь пооткровенней, правильно? О, это прямо по олдскулу. Прикольно. Ха-ха-ха, прикольный костюм вот здесь. Ладно, такого-то даже не будем, на квадратное. Хотя, все, кто помнит Лару еще с 90-х годов, понимают, о чем речь. Кто-то ничего, костюм, вот такой оставим. Такой оставим. Да. Сколько у нас? 2 очка. Вот тебя хотел какой-то там вороний глаз, или там что-то, жопу орла, что-то хотел такое включить. Нет, это у меня есть. Так, а вот, да, хитрость ворона, ловушки. Теперь нам будут видны более-менее все ловушки. Ну что, мы продолжаем
наше путешествие. Ищем, я так понимаю, эту гору. Из тысячи гор как раз вот ту одну, как она сказала, по интуиции найдем как-то, да и все. Сейчас, а чего нам не найти-то ее? И не такое находили, не такое. Так, нам, давайте определимся вообще. Иона, ты будешь помогать мне? Если будешь, то... Да, вот давай-ка, самое время начинать. Эх, хороша Ларка-то, а? Хороша. Люба это глазу, взору Люба. Глядеть на такое. Да. Вот чего-чего в серии Uncharted нету. Хотя нет, там тоже этого добра хватает. Хватает. Что там расковырять можно? И тут-то они не уникальны. Туда что ли идем? А куда? Почему? Давайте пойдем туда. Ты уже здесь что ли? Ионыч. А, давайте-ка мы веточки тоже будем собирать, потому что что-то у нас тут с оружием проблемы пока. Нам, наверное, стрелы-то пригодятся. Хотя ягуаров-то мы уж замесили, поэтому тут, как бы, наверное, это самый опасный хищник был. Потому что, конечно, битва с ягуаром была жесткая достаточно. Так, для начала она, конечно, жестковатая была. Но прикольно, но прикольно. Идем, идем. Там дорога. Пойдем туда. Что такое? Что это было? Застряло немножко что-то. А в грязище еще вся, боже ты мой, а? Тринити, ложись. О, поганая троица, уже добрались тоже, а? Сволочи. Иди за мной. Что ты делаешь? Зачем, зачем намазалась-то еще больше? Чтобы... Ага, не стреляй! Попались! Не стреляй, они с нами. И гляди его проверить, что там. Хорошо. Чик! Смотри, чтобы никто не просочился. Да уже просочились. Сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть. Иона, давай там. Пойдем. Молодец. Молодец, все. Что такое? Ёп твой! Вот это поворот! Понятно. Хорошо. Поставь его там, смотри, чтобы никто не просочился. Оцепите весь этот сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем. Короче, нужно оставаться в этих в лианах. Что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию. Хотел бы я первый до нее добраться. Я не. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом. Нет, спасибо. На! Посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господа. Хорош ли? Вот именно. Есть, сэр. Мы уж тут всех разобрали вас. А в этом все что-то это. Лара, будь свободен. Тихо. Чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело не видами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Так, а не проще его было? Ну ладно. Сейчас нам надо найти любые Стой. Пропустить. Хорошо. Хорошо. Тут три человека, чего вы их боитесь-то? А, у них боюсь, пушки. Я понял. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти. Сколько мы проверим мост, я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Вали, я не буду тебя. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Измазавшись грязью, Лара может маскироваться на фоне грязных стен.
Это прикольно. Это прикольно. Иди влево, я с ними разберусь. Прячься. Эй, Сэмми! Ты дурки. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Эй! Эй! Напряженный момент. А как надо согрязиться? Просто поваляться в ней надо или чего? Отлично. Так, а как нам перебраться на ту сторону? Пока нет понимания. Так, на эту хрень. А где Иона-то? Иона! Ты где? О! А, я думаю, нет, там его еще нет. Так мы, наверное, не перепрыгнем туда. А, вот там можно зацепиться, похоже, да? Блин. Нет, нельзя. Нет, нельзя зацепиться. Ладно. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Эй! Эй, Сэмми! Сукины! А, там можно пройти, я понял. Все вижу. Как измазываться грязью, я так и что-то и не уловил. Но, ладно, пока мы и так грязные все. Давай! Ну отдай! Ну отдай! Вот пушечку-то я бы не разбрасывал пушечками-то вот так. Не разбрасывался. О, молодец. Ион Ионович. Спасибо. Все хорошо? Да. Держи. Ты уж замучила его, Лара. Ты уж замучила Иона-то своими этими приключениями. Он уж никакой, он уж старый, все. Ему уж пора на покой. Надеюсь, это последний. Повезло. Да. Че он с ним все таскается? Не знаю. Грибочки, грибочки собираем. Значит, заживаем. Ох, люблю с грибами-то ездить. И здесь тоже. Вот сейчас грибов-то наберем. Моя бабушка пережила цунами в 60-х. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение вулкана. Какая-то волшебная бабушка у тебя была. Все-то, бабушка-то все и чувствует. Бабушка все чувствует. Огненные стрелы. Так, используйте для выбора лука. Так. Погоди. Сработало. Окей, хорошо. А, я понял. Хорошо, сейчас мы сожжем. Ура! Как-то это... Ура! Как думаешь, что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим пойдем. Да. Конечно, поймем, что нам не понять. Ой, сейчас покатимся. Нет? Нет, не покатились. Вижу людей внизу. Надеюсь, нам помогут. Давай, ты будешь вести переговоры. Лачоза дел Пуэрго. Мексиканцы какие-то. Или перуанцы. Кто ж их разберет-то? Привет. С
Здесь где-нибудь поблизости можно заночевать? Как вас занесло в такую глушь? От экскурсии отбились? Нет. Сюда люди заходили, искали артефакты. Ваши друзья? Нет. Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Угу. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе – мой отель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Карлос, три. Лара грязная только что была вся, уже все чистенькое. Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы, невредимы? Ну, а чё там? Летел невысоко. Да. Вообще-то мы ищем руины Майя. Майя? Вы в курсе, что вы в Перу, да? Да. Долгая история. Спасибо. Ну, ты не очень-то похож на археолога. Это она археолог, а я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севиче? Коронное блюдо. Разве что-то она с ним это заигрывает, что-то понравился, видать, Ионыч-то варшня-то вот этой в кепке. Что-то она, да, тут глазки-то строит ему. Вот, и Ларка-то поняла уже все, что что-то тут намечается. Где это сняли? Там рыба, что ли, нарисована? Розовая рыба. Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не Майя. Мои предки инки к нашей гордости. О, а ты передохни здесь чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. Какая Лара понимающая. Вот, молодец, молодец. Молодец. Че его все с собой таскать? Конечно, надо это. Так, че, куда нам? Что-нибудь нужно? Ничего мне не надо. Бухайте, бухайте. Да, привет. Ты работаешь на раскопках? Нет, я тут случайно. Ясно. Ну, если что понадобится, в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. Окей. Не за что. Типа у нас это будет большой лагерь, я так понимаю. Я понял. Хорошо. Хорошо. Здесь у нас, значит, большой лагерь. Но нам-то, по сути, сейчас, наверное, ничего не надо. Я думаю, у нас пока все есть. Нам бы пушку посерьезней какую-нибудь. Да и все. Чуть как-то мыльно стало. До этого вроде не так мыльно было. Хочешь что-нибудь купить? Да ничего я не хочу, мне денег-то нету. Откуда хоть у меня? Иона, ничего нету. Я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Где? Он где-то внутри храма. Супер, передай ей спасибо. Я и так слышу. Главное, не сломай там ничего. Жду тебя здесь, Лара. Кому вы это говорите? Ларри Крофт. Не сломай, говорит, ничего. Она тут цунами вызвала, апокалипсис, извержение вулканов. 300 лет этого истязаний. Не сломай, говорит, ничего. А Иона-то здесь откуда взялся? Он же остался. Посмотри. Не понимаю. Откуда он тут взялся? И Чак Чен. Близнецы сходятся вместе. Угу. Что это? Лара. Не ломай, говорит, там ничего только. Я восстанавливаю оригинал.
Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике? Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Кстати, нам до сих пор толком не пояснили вообще, что мы ищем-то. Я так понял, что мы ищем... Теперь этот ларец, что ли, мы теперь ищем? Или пирамиду, чтобы там применить ларец и кинжал. Какая, ну, как-то все это скомкано как-то все. Ларец у того мужика. Нож теперь тоже у того мужика. Значит что? Нам нужно просто опередить троицу, получается, и все. Наверное, так. Иона, я нашла храм. Ой, как. Понятно. Понятно. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Кто б сомневался. Я пойду за ними. Давайте пойдем за ними. Давайте. Ныряние. Ныряние. Всю грязь ты себя и смыла. Ныряние, купание. Как вылезать будем? Операция «Волк-одиночка» началась. Грузовики в пути. С чего вдруг такая спешка? Доктор Домингес здесь, в Перу. Достаточная причина? Да. Да, командир. Простите, сэр. Ларка, надо нам спешить. А то у нас тут доктор Домингес-то уже тут. Ну давай, давай, проплывай. Чё там? Вот дырка-то. Дроны оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор? Займусь. А чё мы поплыли? Ты давай эту... Хочешь, чтобы мы искали эту модель? Хочу. Все. Готов. Мы запустили несколько подводных дронов. Жаль, мы не знаем, что творится. Куда же ты ушел? Так, они все друг друга видят. Хорошо, вот не видят. Отлично. Где? Как хоть у меня увидели, так вот. Как я всем хедшот-то леплю? Всем. Вот это да. Может, лар-пушечку возьмем, какой-нибудь пистик или там автик? А то с луком-то как-то негоже бегать там. Нет, не возьмем. Непонятно, почему. Где Иона? Похоже, что я буду один на один. Так, что это такое? Ничего. Ничего интересного. Да, я здесь цела. Есть база Тринити. Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Лара... Да уж. И у Ионы там этот, намечалась вечеринка. Буря едва задела деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету. Так, у нас несколько очков. Что я наделала? Что, если случится землетрясение? Погибнут сотни людей. Так, давайте кому-то это прокачаем. Такое я есть, должна да? это предотвратить. Так, снадобье озарения. Это не надо нам.
каких-то жуков-пауков можно разделять. О, давайте вот такое прокачать. Блин, такое есть тоже. А что прокачать-то хоть? Так у нас все есть. Во, вот это надо, наверное, да? Нет, такое тоже нам не надо. Сигнальные патроны, приманки какие-то. Давайте, короче, прокачаем что-нибудь тут. Вот это, например. Да. Окей, хорошо. Предметы. Что есть? Можно улучшить лук. Хорошо. Возьмем вот такой лук, крутой. Три улучшения доступно. Окей, хорошо. Денег больше нет. На рынке, говорит, там купить что-нибудь. Так-то денег не хватает ни на что. Тут еще на рынок ходить. Так, какая-то книга. Юная Крофт более активна и менее рассудительна, чем ее отец. Она умна, но ее меньше заботит значение и история артефактов, которые она ищет. Кроме того, она более склонна к риску. У нее нет детей или других родственников, поэтому она упорно преследует свои цели, что иногда превращается чуть ли не в навязчивую идею. Короче, понятно, хотят завербовать Лару Крофт себе эти тринити, потому что она очень крутая и вообще молодец. Очень уж тут долго читают. Но мы-то с вами все понимаем, что нам? Ну, не знаем, что тут происходит, что ли? Все ж понятно. Я знаю, умный, но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Грязные лужи. О, можно намазаться. Все, я понял. Где пачкаться надо? И куда полезла-то? Я не хотел туда лезть. Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтоб муха не пролетела. Муха и не пролетит? Есть, сэр. Сэр, я могу узнать. Вот тебе и муха. Никто не знает, что случилось. Нет? О, прямо жестокое убийство. Лара стала более жестокой. Они спустились вниз и пропали? Как я всех замочил-то? Комар носа не подточит. А можно двоих прямо сразу, одной стрелой бы? Вот было бы круто. Блин, уже что все, уже никак. Ну не будем пока стрелять. Блять, да, сука! Надо было стрелять. Да у меня даже пистика-то нету. О, красота, красота. Чего он говорит? А по кому ты стреляешь-то, привет? По стелсу не вышло. Не вышло. Но что это? Какая нам разница? По стелсу, не по стелсу. Главное, что живы остались. Самое главное. Бутылочки есть. Бутылочку, кстати, можно припасти. Да. Так, сектор защищен. Осталось только команда разведки. Прекрасная у вас. Немного странно. Тихо, тихо, тихо. А мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Храм тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. Оп! На все слишком остро реагирует. Так, где они? Вот они. Где моя бутылочка? Бутылку мою дай. Вот. Я, наверное, схожу с ума. Сейчас мы всех пожжем. Не докинем, что ли? Докинем, наверное. Ловите? Оп! Вот и погорели. Так, у нас
со стрелами проблемы. Нам нужны стрелы. Иона, командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Кусумели, когда Домингес завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Возможно, догадались. А возможно, они просто за вами идут по следам. И все. Возможно. Так, посмотрим. Ну, я думаю, так просто прыгать-то не вариант. Так, по веревочке сейчас мы спустимся. Все уж теперь понятно после нескольких падений в предыдущих частях. Здесь была бойня. Что случилось? Бойня какая-то была, действительно. А, да у меня оружие! Твою мать, у меня оружие это было все это время, что ли? Что-то я тупанул. Так, карта. Карта Архивариуса. Ну что, куда пойдем? Сюда? Пойдем сюда. Внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Кто? А, он там с этой, что ли, мадам ходит? Ну, тут явно любовная будет линия. Явно. Почему-то мне кажется, что Иона здесь и останется. В этом, в Перу. А, это ловушка, что ли, была? Со змеями ловушка. Сначала эти мурены, угри, теперь змеи. Какие-то напасти одни прям. Цифры на колоннах – это первая половина каких-то дат. Ишчель слева. Чакч. Эти вороты управляют колоннами. Надо повернуть, чтобы символы совпали. Эти вороты. Так, давай, какие символы хочешь, чтобы совпали? Говори. Но. Совпали что, друг с другом? А, ну все одинаковые, что были. Ну это разве головоломка? Ну это ж смешно. Понятно. Так, все совпало, нет? Нужно открыть двери и найти еще знаки. А, еще типа не все, что ли, это знаки? А где двери? О, что-то я... Что-то я не это, не видел еще двери. Какие двери? Нужно открыть двери и найти еще знаки. Так мы там помрем. Нам туда как? Нам туда никак. Подожди, а что не крутится, если я кручу эту хрень? Нет. Ну, здесь все горит. Здесь как бы и выбора-то особо нет. Там все в змеях, прям вообще все в змеях. Но это не поможет. Так, хорошо. Ничего не ясно пока. Не, ну ведь явно это как бы тут все правильно. А, подожди, какая-то хрень крутится. Подожди.
А, вот, открыли дверь, что ли, там? А теперь можно туда прыгать? Блять, нельзя было прыгать туда. А чего? Чего за хрень? Дверь-то мы открыли. Ну, и чё? Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Вот тут чего-то это. Замудрили что-то. Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчель слева. Чакчель справа. Чакчель, Ишчель, все это понятно. Ну, приподнялась она. А, вон, блин, куда все я вижу. Так, это типа какая-то подсказка? Ну, типа да, видимо. Спокойно. Спокойно. Это какая-то подсказка. А подсказка к чему? А вот подсказка к чему? А, ну вот сюда, понятно. Что тут дракон? Какое-то лицо. Во что-то упертое лицо, дракон. Хорошо. А и чего? А там у нас? А там у нас что-то лягушка. И тоже лицо. О! Еще камень появился. Так оставить, да, я так понимаю. Нет? А как? Да, попробуем так. Так, ну все, я понял. Нам нужно, чтобы вот это было сверху, и потом какие-то чашки нужны вот эти. Какие-то. Ага. Все, я понял. Тут так, а здесь. А, все правильно, здесь так. Ну все. И все. Загадка-то была не такая уж и сложная. Вообще элементарная, я бы сказал даже. Ну и все, решили мы головоломку-то. Еще одна дверь. Неужели еще не все? Черт, могла догадаться. Ой, ну. Блин. Могла она догадаться. Да хватит, тебя уже змеи 3 раза кусали, уж все. Так, ну, все понятно. Могла она догадаться. Ну что тут не догадалась? Сразу. Черт, могла догадаться. Да. Обошлось. И? Так тут же все просто. Что, чашку еще одну найти вот такую? Или что это такое? Чашка, наверное, такая. Все правильно должно быть. Тут все. Тут все так. А с той стороны? Так, тут у нас 3 чашки.
ты типа последний нету, да, в этой, как бы, тут непонятно, какая нижняя. Ну, давай так. Эй, Иона, как успехи? О! Тут не полная дата и изображение Черчи. Здесь две даты и Ишчи. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Касумиры. Может, это нет? Да ёб твою мать, опять все рассыпалось. Тут еще какая-то хрень добавилась теперь. Так, здесь, значит, нижнее не видно. Здесь тоже ничего не видно. Теперь чисто наугад, да, надо будет крутить нам. Фото из Касумеля. Может, это ответ? Какой ответ-то? Блин, я хрен знает, что тут. Что тут за ответ? Что она мне говорит? Открыть этот меню артефактов? По-моему, какая ничем это не помогает. Какая последняя цифра у Чак-Чей? Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Две точки сверху. Тут такого нет. А здесь? Если сейчас все развалится, ну уж совсем тогда. Не знаю. Ой, боюсь. Нет, все нормально. Все, разгадали мы головоломку-то. Легко. Легко. Иона. Привет. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да. Статуя кошки. Большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да. Да, я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Вот там что-то понравится. Ну что ж, а в пасть ягуару мы с вами полезем уже в следующей части. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, там, подергайте за него. Ну и увидимся в следующей части. Всем пока.